Так, и еще вот что. Для тех, кто хочет сравнить, чем отличается Note от простого Redmi. Тем, что у Redmi у него экран меньше. Вот у Note 5,5 дюймов, у Redmi, я не помню, по-моему, 5. Короче, он поменьше, и он поудобнее, что ли. Он в кармане хорошо лежит, и в руке удобнее. Но я вот, например, к этому тоже привык. Я его таскаю в таком вот чехле. Чехол уже износился, как видите. Для меня чехол очень удобный. То есть, так вот он закрывается. Вот здесь есть область, через которую можно пальцем касаться экрана. А так у него закрытый вот этот весь. Он у меня в кармане таскается. И когда я его достаю, допустим, я что-то снимаю на видео или еще как, я, короче, пальцами вот в эту дырку держу, и он у меня из рук не выскальзывает. Я всем настоятельно рекомендую пользоваться чехлом. Когда вы разговариваете, вы держите его за чехол. Это очень удобно, он у вас не выскользнет. А вот в таком виде он, короче, ну, как бы есть риск, что он из руки все-таки выскочит. Хотя он как бы не скользкий. Вот, например, вот этот вот без чехла гораздо скольжее, короче. А этот, он как бы в руке хорошо лежит. Ну вот, теперь точно все. Все, что хотел, все сказал. Всем пока.